Добрый день! Сегодня будем смотреть цыплят породы синь-синь-дянь. Китайские курочки синь-синь-дянь, которые несут зеленое яйцо. Цыплятам 10 дней. Вот такие вот детки синь-дяни. Зеленые лапки у них тоже. Окрас пшеничный. О семье. И вот уже видно, когда вот петушок и курочка. У петушков всегда темнее крыло растет. А у курочек светлее, такое рыженькое. Яйцо у кур синь-дянь зеленого цвета. Китайцы утверждают, что яйцо лечебное. Официально признали яйцо синь-дяни лечебное. Поднимает иммунитет, лечит туберкулез. Считают, что даже некоторым показателям лучше, чем яйцо перепела. Ну, такие миленькие детки синь-дяни. Цыплятам 10 дней. Цыплята пугливые. Эта порода не будет ручной. Нестись начинают 4 месяца, 4,5. Яйца зеленого цвета. Вот такие интересные курочки. Цыплята породы синь-синь-дянь. Очень скороспелая порода. Быстро растет, быстро оперяется. Хороший иммунитет у цыплят. Сейчас едят стартовый комбикорм, вареное яйцо, творога немножко кидаем, крупа пшеничная. И гуляют на солнышко, траву любят, очень любят пастись траву уже. Бегают за мухами охотно. Ну так не хотят нам вот сниматься на камеру, прячутся просто. Такие цыплята кур синь-дянь. Ребешок листовидный у синь-дяни. От гости пришли. Вот сейчас на заднем плане цыпленок гиганта Джерси. Очень интересная порода, рекомендую. Курочки вес до 1,5 килограмма, петушки до 2 килограмм, но ценятся как несушки и ценятся за хорошее яйцо, качественное. И красивый цвет скорлупы, темно-зеленого окраса. Мы смотрели сегодня цыплят породы синь-синь-дянь. Будет еще очень много интересных пород. Буду рассказывать про разные породы. Следите за публикацией. Будут видеообзоры еще новые. Буду показывать много интересного еще. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Кто зашел случайно, гостей канала, приглашаю подписаться. Всем пока!